Ребята, всем привет! Продолжаем снимать нашу рубрику, которая отлично зашла на канал «Мнение владельца». Вот. И, ребята, сегодня у нас BMW Z3 98 года выпуска с объемом двигателя 1.9 на механической коробке передач. И сейчас, как обычно мы это делаем, познакомим вас с владельцем. Как вы думаете, какой типочек ездит на этой машине? Ребята, вы не угадали. На этом автомобиле едет девочка. Как тебя зовут? Юля. Очень приятно. Меня Иван. Юль, расскажи, вот какая цель, для какой цели ты взяла этот автомобиль? Зачем ты ее купила, в принципе, эту машину? Ты знаешь, это, наверное, была самая необдуманная покупка моя в этой жизни в плане машины. До этого у меня был Mercedes Gelandewagen. Я на нем отъездила 2,5 года. Я была очень довольна этой машиной, но пришло время, я поняла, что нужно что-то менять. Что поменять, вы очень долго думали, и в итоге позвонил парень, сказал, что ему очень понравился мой кубик, но он не хочет его покупать, он хочет его забрать по обмену с доплатой. Окей, что ты предлагаешь? Он предложил несколько машин, из них одна была Z-ка. Ну, я, честно говоря, сначала немножко носом покрутила, думаю, да не, ну как бы Z-ка, ну куда? Это кардинальный вообще автомобиль. Абсолютно. Джип и родстер, это же вообще абсолютно небо и земля. Два разных автомобиля, и, в общем, я покрутила носом, отказалась. Прошло, наверное, месяца, ну, полтора-два. В итоге он опять звонит. Говорит, ну что, ты не передумала? Я говорю, ладно, давай приезжай, посмотрим на Z-ку. Он говорит, я вот покупал ее для жены своей. Но машина на механике, она на механике ездить не хочет. В итоге, говорит, машина стоит, я так, говорит, на выходной день иногда на ней выезжаю. Давай встретимся. Давай. В общем, в один из вечеров после работы мы договариваемся, он приезжает. Я выхожу, честно говоря, я схватилась за голову. Почему? Потому что, когда я ее увидела, она такая была маленькая. По сравнению с кубиком, это просто, она была малюсенькая. Я просто, честно говоря, подошла к ней и не знала, с какой стороны мне к ней подойти. Она была, выглядела точно так же, в том плане, что она была без крыши, вот так вот опущена, все было. Я стояла на нее, смотрела, я не знала, мне плохо пересмеяться, честно. Ну, а такой хозяин был, говорит, а что ты, говорит, бери, едь. Я говорю, а я так волновалась, когда шла на встречу, что я забыла просто свои права. В смысле, не права, а водительское удостоверение. И он говорит, едь, я говорю, слушай, я без прав. Он говорит, да ничего страшного, едь, ничего не будет. Ну окей. В общем, я сажусь, две предыдущие машины были на автомате, и года 4 я уже на механике не ездила. Ну, естественно, это был такой немножко шок, стресс. Вот, но ничего, в принципе, проехались несколько кварталов, проверили ее тогда, заехали сразу же на брусчаточку, проверить подвесочку. Вот, посмотреть, как это тормаживается, туда-сюда, ну, вроде как бы ничего, понятное дело, что машина не новая, понятно, что BMW, понятно, что будет куча нюансов, естественно. Вот, было принято решение еще загнать ее на подъемник, посмотреть, в этом окончательно. Я это, кстати, рекомендую абсолютно. Абсолютно нет, так, это покупка машины вслепую. Вот, и после загона ее на уже подъемник, в принципе, как бы сказали, что, ну, да, вопросы есть. Ну, скажем так, с учетом того, что это за машина и какого она года, то, в принципе, можно брать. Ну и плюс, как бы он, не будем скрывать, предложил, в принципе, неплохую доплату. И, недолго думая, мы махнулись. Супер. Вот. Ну, в общем, так у меня Z3 появилась. Юль, сразу такой вопрос. Вот родстер, да, кабриолет. Ты зимой эксплуатируешь автомобиль? Да, ты сейчас будешь в шоке. Почему? Потому что так как я машину планировала продавать, я решила не тратиться на второй комплект дисков, потому что тот, который был изначально, в общем, его нет, 17-е. И новые диски мне не очень хотелось покупать, резину, соответственно, тоже.
Ну и в общем, я ездила всю зиму на летней резине. И как ты боком давала на ней? Знаешь, самое интересное, ты будешь в шоке. Я юзом не пошла ни разу. Вот, просто... Наверное, медленно ездила. Нет, медленно я совершенно не ездила. Все говорили, что я ненормальная, что я сумасшедшая. Ну, это железо. Задний привод и летняя резина. Да, ну, видимо, ты знаешь, если бы был автомат, я бы не справилась, скорее всего. Ну, я так думаю. При том, что АБС у меня нет. Сейчас, на данный момент, датчик накрылся. Да, я же говорю, так как машину собиралась продавать, я этим не занималась. То есть на эту зиму я уже буду ее капитально готовить. То есть это будут диски, новая резина, это будет жесткая крыша, это, естественно, будет АБС, это все будет приведено в порядок, естественно, то есть к зиме она будет подготовлена. То есть ты хочешь сказать, ты ездишь на тряпичной крыше, вот этой тент, зимой? Да. И, а холодно, не холодно, реально? Нет, не холодно, потому что маленький салон, он отапливается очень быстро, вот, поэтому, ну, во всяком случае, по сравнению с предыдущей машиной, которая, я могла доехать уже до пункта назначения через весь Киев, и у меня руки к рулю примерзали, потому что, ну, извините за такую, да, слово «будку» просто невозможно протопить нормально, и когда были сильные морозы, ну, честно, я в перчатках к рулю примерзала. То тут я счастлива. Слушай, я предлагаю сесть в салон, вот, и расскажи по опциям, что в целом в этом автомобиле есть. Я просто знаю, вот реально, как бы, Кабриолеты и Родстеры, они не особо оснащаются там всякими фичами, ну, которые идут в более там дорогие комплектации автомобилей. Какой пробег у автомобиля для начала? Ну, на данный момент уже порядка 194 тысяч, ну, практически. Сколько было владельцев? Ты знаешь, я знаю только историю немного по Украине. Я знаю, что перед тем, как машина в Киев попала, у владельца, у которого я покупала, она была в Днепропетровске. А. Вот это я знаю. Что было до этого, к сожалению, нет. Что можешь сказать по опциям? Ну, вот что в этом автомобиле есть? В принципе, я считаю, что для машины 98 года, то здесь есть все. Ну, во всяком случае, здесь был, скажем так, кондиционер. Я потом позже объясню, почему его на данный момент нет. Да, есть подогрев сидений, АБС, АСЦ, то есть все антибукс, пробукс, в общем, все. Я считаю, что, в принципе, для машины подобного года она достаточно хорошо оснащена. Юль, я предлагаю вернуться к Кондеке. Что не так, что случилось, почему у тебя его нет? Это все было просто на самом деле, ну, ни для кого не секрет, машина BMW не бывает не битой. О, вот это вот интересно. Да, машина была бита, естественно. Сильно бита? Нет, ударена она была не сильно, но, тем не менее, пострадал кондиционер, точнее, радиатор особенно. В принципе, как бы машина, когда была куплена, тогда было предложение ее сделать для раллийных заездов. То есть для ралли? Да. Ты хотела на этой машине участвовать в ралли? Да. Ты серьезно? Да. А ты видела вообще такие, ну, как бы, сочетания BMW Z3 в ралли? Я, честно говоря, не видел. Ну, было такое предложение. И, честно говоря, на какой-то, ну, я человек в плане машин, я азартный человек, да. Там, я, допустим, не играю в казино, я не играю в карты. Там, я не совсем понимаю экстремальные там виды спорта, а-ля там прыжки с парашютом, там, банджи-джампинг, потому что, как бы, я все-таки противник, ну, уже настолько рисков с жизнью. Хотя, в принципе, то, что, как я езжу, говорят, что это покруче любого, наверное, прыжка с парашютом. Вот, поэтому... Я обязан с ней поездить. Да-да-да, это да, легко. Вот, поэтому, собственно, так, по поводу кондиционера. Поэтому, в принципе, машину нужно было облегчать, и он был, в принципе, не нужен. Опять же, так как это кабриолет, крышу снял и поехал. По большому счету, 100%. Ну, кондиционер как бы, да. Здесь, в принципе, не нужен, ребят. Ну, честно, как бы, да, она у меня уже второе лето. Прошлое лето я полностью на ней отъездила. Ну, не знаю. Слушай, а был такой случай, когда вот реально ты припарковалась где-то, куда-то пошла по магазинам, и тут, ну, ты всегда закрываешь крышку? Всегда. Да? Я просто думал, может, был случай, когда полил ливень. Нет, я либо ставлю машину тогда в паркинг. Вот. Но, в принципе, ребят, ну, мы живем в такой стране, что оставлять машину без крыши – это остаться без чего-то. Слушай, а у тебя часто такое бывает, когда вот ты стоишь, и к тебе подходят парни, пытаются познакомиться и «прокати меня!» Попроси, ну, с такой просьбой. Ну, скажем так, меня поймать не так просто. Вот, потому что езжу, я уже говорила, достаточно быстро, вот, поэтому меня можно поймать исключительно где-то на светофоре, в пробке. Или в тянучке какой-то. Вот, так, чтобы вот ходили там, прокати меня, не было, вот, просто пытались знакомиться, так вот, попросить телефончик рядом, ребята остановились. Чаще всего гоняются со мной.
Это очень часто. И я так понимаю, по выражению лица, чаще всего сначала люди не видят, с кем они гоняются. Это уже потом в процессе, потому что гонки, естественно, ночные, поэтому не видно. А, что было один раз, кстати, перед Пасхой это было. Я буквально только выехала со двора и на первом светофоре остановилась, притом я стояла на Красноармейской посреди дороги, то есть, ну, ты же понимаешь, да, сколько там полос. Я стояла в средней где-то там, вторая, третья, что-то такое. Бежит парень, просто бежит ко мне. Девушка, я вас умоляю, оставьте телефончик. Он бежал, то есть он не на машине был? Нет, он просто увидел меня на пешеходном переходе. Это трэш. Попросил телефон, я понимаю, что сейчас включится красный, уже зеленый, ну, то есть красный уже начинает мигать. Я реально понимаю, что сейчас стоит куча машин сзади, я быстро ему продиктовала телефон, думаю, ладно, потом разберусь, потому что, ну, просто парням было жалко, ну, сейчас, думаю, машины поедут. Он перезванивал? Он перезванивал, да. И что, не получилось? Не получилось, да. Печалька. Юль, вот у меня такой вопрос, ну, я думаю, не только мне это интересно, всем подписчикам будет интересно, вообще в целом ценителям, ну, людям, которые как бы уважают, ценят, любят марку BMW. Вот конкретно модель Z BMW, вот почему это Z вообще, что это за, ну, как бы... Я поняла тебя, поняла твой вопрос, я буквально недавно только узнала, почему, собственно, Z, мне стало интересно. И мне интересно. Да, ну, Google, Википедия, нам в помощь, в общем, оказалось, на самом деле, просто. Z – это слово, ну извините, не выговорю уже на немецком языке, в общем, смысл… Зухенбахленштайнер. Что-то типа такого, да. И это слово в переводе означает «будущее». То есть все машины Z, которые были выпущены на протяжении всего времени – это машины будущего. И они действительно, если мы вернемся, там, да, начиная с Z1, они действительно очень сильно отличались от всех BMW, которые выпускались параллельно вместе с ними. Ну, я тебе скажу больше. Я вот сижу в этом автомобиле, и вот, ну, сравнивать вообще бессмысленно, но если конкретно взять от BMW Z, конкретно эту, и взять там новый какой-то Kia Rio, что-то я в этом роде, то сравнивать нечего. Это действительно машина будущего. Они даже вот на сегодняшний день, конкретно этот автомобиль, хотя он реально уже старый, они перешагнули. То есть, ну, этим тачкам, которые делают сейчас, они просто не учат. Я не могу, честно говоря, в салоны заходить автомобильные, потому что даже, к сожалению, BMW сейчас уже не выпускают, да, по качеству таких машин. Я с тобой полностью согласен. Я очень, честно говоря, огорчаюсь каждый раз, когда сажусь в новую BMW, потому что, да, вот ты уже садился в мою машину, ну, это качество, закрывал, да, раньше дверь, и ты почувствовал, да, что ты закрыл, да, дверь, да, правда? Соответственно, металл, все, да, раньше. Вот. Совсем другое. Вот. А сейчас я сидела в новых пятерках, семерках, дверки очень тоненькие, хлюпенькие. Да, уже не то, к сожалению. Абсолютно. Слушай, а вот мне интересно, на самом деле, ну, есть ли у нас в Киеве... Кстати, ты не интересовалась, сколько вот конкретно в Украине, ну, может, ты знаешь, я не знаю, вот таких автомобилей, конкретно BMW Z3? Ты понимаешь, если ты... моя статистика сложена из нескольких вариантов. Я смотрела, сколько машин продается на авторио. Их, наверное, вообще нету. Нет, на самом деле они есть, даже две страницы. Да. Именно BMW Z3? BMW Z3, да. Но это по всей Украине. Это не Киев. Это не только Киев, точнее. По Киеву продавалось на тот момент, если я не ошибаюсь, или две, или три, включая мою. Потому что я ее одно время продавала. Что касается драйва, ну, на драйве, конечно, побольше, наверное, будет. Хотя, ну, скажем так, я думаю, что, понимаешь, в чем дело? Как бы Z-то есть. Но на ходу Zedek, да, на ходу Zedek намного меньше. Я лично в Киеве видела только две на ходу. Живые. Да. Одну я видела на слете BMW E36. О, извини, что перебил, Юль. Да. А вот смотри, слет BMW. Ну, есть конкретно. Я просто, насколько знаю, вот, допустим, в Швейцарии каждый год там туда съезжаются со всей Европы, куча людей, там с Германией в том числе. Там устраивают конкретно слет именно BMW Z3. Туда приезжает неимоверное количество машин, там 200-300 машин бывает. Тупо. Вот площадка заставлена BMW Z3. У нас в Киеве есть какой-то слет, куда вот приезжают? Вообще нету, да? Нет, к сожалению, нет. Печально. И очень печально. Я когда начала вникать вообще, в принципе, у всех кузовов есть отдельно, да, там BMW-клубы, угу, там E36 и 39. Ну, E36 это вообще их как говна, ну реально. 39-ок тоже, да, по-моему. Да. Вот. И, к сожалению, но Z нету ни отдельного никакого сайта, ну вообще, по поводу Z у нас в Украине
не только запретит. В принципе, я не встретила. Но может быть, я не знаю, но может быть я так искала. Но честно говоря, все Z-ки, во всяком случае, Z3, они включают E36, потому что я так понимаю, что так как машина была построена на базе 36-й, то ее как бы позиционируют и с 36-й, соответственно. И в принципе номер кузова-то идет. У них есть две маркировки. То есть Z3 есть либо 36/7, либо 36/8. То есть отдельно никто ничего не делает. Ну, честно говоря, мне жаль, потому что я бы хотела на это мероприятие. Мне, к сожалению, жаль, что я на ней не успел сегодня проехаться, потому что видео мы снимаем поздно. Но я думаю, я еще успею. Вот, что хочу сказать, вот заключение по салону. Смотри, ну, я на самом деле в очень многих родстерах ездил и сидел, но на этом, к сожалению, не поездил. Но сижу на пассажирском, реально очень удобно. То есть отделка материала, как обычно, у BMW все на высоте. Все, ну, автомобиль, на самом деле, как все BMW, ты сама прекрасно знаешь, для кого сделан. Он сделан для водителя, да. Но мне очень удобно на пассажирском. Допустим, ну вот сравнение, я ездил последний автомобиль, который у нас есть, мнение владельца, допустим, MR2. Очень схожая вот в плане комфорта, потому что S2000, ну, ездила на Хонде. Да, она интересна, но там места вообще нету. То есть реально, так, ну, с моей комплектацией там сидеть неудобно. Здесь... Ну, действительно, очень удобно. Ты сидишь, как будто это не родстер. Ну, так представляю, сзади там второй ряд сидений, к сожалению, его нет. Ну, к счастью, в этом случае. Ну, очень классно. И я все-таки предлагаю перейти к двигателю. Вот мне стало интересно, после того, как ты сказала, что машин мало, что касается обслуживания, запчастей, дефицит, не дефицит, предлагаю открыть капот, и ты все это расскажешь. Конкретно тем людям, которые хотят на сегодняшний день приобрести автомобиль, конкретно Z3, чтобы они знали вот те подводные камни основные, с которыми они могут столкнуться, и благодаря тебе они этого не сделают, благодаря нашему каналу. Ребята, я предлагаю... Благодаря нам, да. Я предлагаю открыть капот. Прошу заметить, здесь не просто открывается капот, он открывается совместим сразу с крыльями. То есть вот, как мы видим на видео сейчас, ребята, ну, интересно сделано, интересно. Юль, расскажи нашим зрителям, подписчикам, что вообще здесь за сердце? Здесь мотором 44, порядка 140 лошадиных сил. Многие считают, что он очень проблематичный по своим... Хотя, в принципе, обычный 4-цилиндровый мотор. Но он не особо взаимозаменяем, он выпускался немного, хотя, в принципе, у него были доработки определенные. То есть изначально, когда он выпускался, там у него меньше сил было, потом добавили немножко лошадок. Ну, в принципе, стандарт, масло не подъедает. Кстати, вот хотел спросить. Не подъедает, но, в всяком случае, вот она у меня уже больше года. Вот в июне, в начале июня было год, как я ее приобрела, то от замены до замены масла... Ну, все нормально, в всяком случае... Ну, это в активном стиле езды, да? В активном, конечно, BMW должна быть в активном. Ну, да, отлично. Я ее не жалею, скажем так. Ну, это правильно. Да, нужно жить не для машины, а машина должна жить для тебя. Смотри, есть какие-то определенные конкретные болячки вот в этом моторе? Ну, конечно, если бы мы сейчас ее подняли на подъемник, то, конечно, мы с другой стороны мотора увидели бы масляные пятна, естественно, это... Поддон течет? Да. Прокладка поддона, да? Я понял. По поводу, вот когда ты ее приобрела, эту машину, что, с чем ты столкнулась, что ты делала? Это опять-таки для тех ребят, для тех людей, которые на сегодняшний день хотят взять конкретно Z3 вот в Украине. С чем ты столкнулась? Это с учетом, естественно, того, что ты берешь живой экземпляр. Ну, смотри, как бы, не секрет ни для кого, да, что когда мы берем машину, это сразу же посла, да, это понятно. И погнали. Да, это понятно. Это было в первую очередь все сделано. Следующее, ну, скажем так, список был неограничен. То есть, а по деньгам, по бюджету? Ну, я тебе так скажу. Во-первых, я себе добавила проблем, поменяв 18-е диски. Потому что по заводу разрешенные 17-е максимально. Но они офигенные. Они офигенные, да. Притом их мне искали очень долго. Именно эти я хотела. Их отдельно красили специально в графитовый такой серый цвет, потому что они были обычные серые, да, стандартные. Ну, не знаю, не лепилось оно мне сюда, мне хотелось. Я вообще люблю, чтобы все было в одном стиле. Короче, по фэншую. Конечно, да. Поэтому они были выкрашены, все поставлено, все было хорошо, но
есть свой нюанс. Ну, конечно же, это отразилось сразу на скорости. На жесткости. На жесткости. И, соответственно, так как колеса стоят, диски стоят на проставках, то задняя подвеска у меня, конечно, периодически напоминает мне о себе. А с учетом наших дорог, которых нету? С учетом наших дорог, которых нету, я на шиномонтаже каждые 2 месяца. Печалька. Так, еще смотри, такой момент, опять-таки, для подписчиков. Прошу заметить, я обижаю, я их не заказываю. Нет, так у нас одни ямы. Ты обижаешь одну яму, но въезжаешь в другую, да. Смотри, по поводу, опять-таки, такого момента. Цена на запчасти, обслуживание и так далее. Ну, мы вернемся к нашему разговору в салоне. Ты сказал, автомобилей очень мало такого плана. Соответственно, вот у меня возникает сразу вопрос. Дефицит запчастей, есть таково или нет таково? Смотря в чем. Знаешь, дело в том, что есть... Ну, если мы говорим... Извини, что речь идет о конкретно оригинальных запчастях. Потому что я думаю, вряд ли ты сюда Китай ставишь. Нет, Китай, безусловно, нет. Это нет. Очень правильно. Нет. Это очень Китай правильно. Нет. Я говорю о том, что просто так как машина была, я уже говорила о том, что создана на базе 36-й, здесь перед 36-й, зад и 30-й. Ага, то есть взаимозаменяемые запчасти. То есть то, что касается технической части, подвески, вот недавно я поменяла коробку и выжимной, буквально вот с понедельника я только на ней езжу, на новые коробочки, на новом выжимном, очень довольна. Вот, его поставили в 36-й. Вот. То есть в этом плане проще. И ездит вообще без проблем, да? Без проблем, да. Но то, что касается кузовных моментов, то, что касается, допустим, мне приходилось менять ручку бардачка, потому что она здесь слабая, и ее все время ломают, она была сломана. Опять же, меня это немножко... А цена вопроса, кстати. И сколько ждала ее? Ждала я ее порядка 3 недель. Да, около месяца. А да. Я на Экзисте заказывала? Нет, не на Экзисте. Я попросила знакомых. Да. Вот, они мне уже помогали заказывать из Германии. Порядка 1400. Да, цена не маленькая. Ребята, это не маленькая. Я всегда советую, если вы берете BMW, не берите ее на последние деньги. Я не люблю, я не понимаю то, когда люди берут вот такого плана автомобиля, но пускай не такого, пускай даже E36 и начинают колхозить. Цена на оригинальные запчасти Космос, и они начинают ставить Китай. И по факту это уже, ну, как бы от BMW остается один шильдик. И еще он, сука, на газу. То есть, ну, еще реально, на саморезах. Еще на саморезах все прикручено, да. Вот, ребята, если вы берете вот такой автомобиль, его нужно брать не на последний. И автомобиль на сегодняшний день, я думаю, я уверен, что он дорогой в обслуживании. Ты знаешь, да, потому что BMW, все-таки не секрет, она на СТО бывает часто. Ну да. Потому что либо ты, ну, скажем так, даже если бы я ездила, как говорят, ты пенсионер, но все равно я бы на ней приезжала на СТО, потому что машина должна ездить в том режиме, на котором она предназначена. Она, если, да. Если это высокооборотистый мотор, соответственно, надо ездить на ней соответственно, потому что потом начинаются проблемы, замигание колец, и ла-ла-ла, и бла-бла-бла, и как бы и так оно есть, и так уже как бы мне один цилиндр говорит о том, что, скорее всего, скоро это проблема. Ты компрессию мерила, да? Да. И какая компрессия? 3 цилиндра показали 10-11, а один показал 7. А, ну да, это уже да. Да, то есть 5 это уже минимальная будет. Поэтому уже есть такие вопросы. Ну, пока еще как бы вытягивает нормально. Ну, сказали, пока ничего не трогать. Говорят, подожди. Ну, честно говоря, есть такая идея. Вот, если все будет нормально, мы перезимуем, то следующим летом я собираюсь пускать BMW. И мы это снимем. И ты на ней будешь боком давать. Да. Ребята, подписывайтесь, вы увидите в следующем году, как эта девочка дает боком на вот этой вот машине. Интересный вопрос. С какой максимальной скоростью ты на ней ездила? Вот, интересно, вот просто лично мне интересно. Я уже даже, мне на драйве задавали такой вопрос, да. На данный момент, так как у меня есть вопросы по заднему приводу, то максимальная скорость с крышей была 180, без крыши 160. Я уверена, это не ее приедет. Не, она больше поедет, конечно. Она поедет больше, просто пока, я надеюсь, что в ближайшие пару недель я решу этот вопрос. И мы встретимся на Борисповской трассе, и мы прокатимся. С МПС-кой, да. В тандеме. Смотри. Без крыши. Без крыши. Ну, один пассажир, который сидел со мной, ну, вообще, как бы, когда езжу быстро, я обычно никого не беру с собой, потому что, ну... Дабы не разложить чувака, если не дай бог что. Да, то есть я несу ответственность за людей, которые рядом со мной сидят, поэтому
Это был визг и крик. Ты понимаешь, что мы едем на улице? Ты понимаешь, что мы без крыши? Я говорю, я все прекрасно понимаю. Ну, ощущение, конечно, кстати, в этом случае ставится дуга сзади. Ну, в курсе, да? Металлическая дуга. Да, конечно. Если, дай бог, автомобиль переворачивается. Не дугу поставить, я хочу сразу поставить, поменять кресло с дугой. Они же есть. А есть такое? Есть, да. Я никогда не видел. Да, есть. А, ну, я внимательный все равно. Я заметил, что у тебя здесь бок розжига. Вот у меня сразу вопрос. Это колхоз или этот автомобиль сразу шел с ксеноном? Ну, судя по тому, что линз нету, это колхоз. Это колхоз, да, к сожалению, который еще не успели убрать, да, но если мои подписчики драйва будут смотреть это видео, они в курсе, я уже говорила на драйве о том, что мне постоянно говорят, отполируй фары, да, там, ну, как бы некрасиво. Да, я реально. Некрасиво, понимаю, хочу Hella Black. Ну, правильно, и ты сразу избавишься от ксенона и от фар. Зачем сейчас просто заниматься тем, что не нужно, а есть другие вопросы? Логично, логично. Ты планируешь сюда новый мотор ставить? Да. Хороший, быстрый. Можешь рассказать в целом, вот какие у тебя на будущее, на дальнейшие планы касательно этого автомобиля? Какие ты планируешь сделать доработки, что-то улучшить, что-то там, какие-то ништяки поставить и так далее? Ну, насчет фар ты говорила уже. Да, фары. Ну, давай так, начнем с технической части. Да, давай, с технической части. С технической части. Во-первых, я хочу довести до ума, все, что касается подвески. Где-то пыльники, сальники, еще что-то, ну, стандартные проблемы BMW, да? Ну, да. Я уже говорила о том, что есть проблемы с задним редуктором, соответственно, тоже надо его довести до ума, тем более, если я собираюсь ставить 2.8, то это сразу же усиление подвески. Я бы хотела поставить, еще поменять амортизаторы, ну, насчет пружины. Ты хайловеры планируешь ставить? Или... Может быть, чуть позже, может быть. Ну, посмотрим. Я еще подумаю по этому поводу, что именно я поставлю. А, ты имеешь в виду маркетинг? Да. Я еще не решила, скажем так, окончательно, потому что сейчас, не сейчас это будет. Я думаю, что, скорее всего, это будет уже следующей весной, сезон будем открываться тогда. То на данный момент... Ну, сезон у тебя не закрывается. Нет, сезон у меня не закрывается, он просто меняется. Ага, зима, лето, как бы, так, весело. Так, знаешь, с такой жесткой крышей поездили, с мягкой крышей поездили, без крыши поездили. Ну, то есть, знаешь, как девушка, то одевается, а ты можешь, знаешь, как зима ездить? Ты можешь одеть шапку какую-то норковую и без крыши. Представляешь, как на меня будет смотреть? Это просто реально. Да, я не могу, музыка моя жизнь, и я с детства занималась танцами, поэтому у меня все время музыка со мной. То есть ты едешь, танцуешь, при этом едешь быстро, а поешь? Да. И к тебе подбегают чуваки знакомиться. Нет, Ваня, я тебе сейчас смотри, ситуация такая, значит, я еду на механике, одной рукой, значит, я рулю, на плече у меня телефон, при этом я что-то кушаю, переключаю передачи и еще рассказываю в окно кому-то что-нибудь, что делать не так. Приблизительно так это все выглядит. Интересно, интересно. Тебе нужно GoPro ставить в салон, снимать. Ты знаешь, да, наверное, получится прикольно. Вот, это то, что касается... А, ну и хочу все-таки вернуться к рулю. Подожди, ну да, вернись к рулю, да. Да, к рулю, потому что ставили, просто подрали спарка, вот, но сейчас я им довольна. А он оригинальный у тебя? Честно говоря? Ну, честно говоря? Это был подарок, поэтому... Отличить сложно, ну, на самом деле, это, да. Я говорю, это мне был подарок, поэтому... Все правильно, зубы заглядывают. Да. Поэтому, ну, он уже, честно говоря, за год у меня порядком износился. Он был ярко-ярко-синего цвета, уже затерся, это замша. Поэтому, точнее, там, да, Алькантара. Алькантара, да. Ну, поэтому, в общем, я хочу вернуться к оригинальному рулю. Я все-таки люблю, когда все выдержано в этом стиле. Я даже ноздри покрасила в черный цвет, потому что я не люблю. Слушай, а я вот стою, и вот, ну, реально, я вот смотрю на, да, вот эту это часть. На вот эту, вот всю с таким диском, это просто... Вот, ну реально, вот это самое офигенное, просто продуманное дизайнерское решение, оно просто, ну, часть просто, ну это просто идеально. Ребята, это идеально.
очень красиво, очень красиво. Слушай, ну все мне нравится в этом автомобиле. На самом деле классно. Что это за херня? Что это такое? Это моя отвертка. Слышишь, ты смотри на эту отвертку. А чего она такая погнутая? А вообще, нахрена она тебе? А, ну потому что она мне помогает во многих вещах. В смысле? Ну потому что если где-то нужно что-то поддеть, подремонтировать, еще что-то сделать, то что бывает с дороги, то я ей очень часто пользуюсь. То есть пяти походит сказать, ты сама ремонтируешь машину свою? Да, приходится и такое. Серьезно? Да. А что ты делала? Ну, последнее, то, что я выложила на драйве, это замена была бардачка, ну, как бы это несложно. Ручки бардачка, да? Ручки бардачка, да, как бы, поэтому это всего лишь два болта, открутить, прикрутить, как бы, не проблема. Ну, вообще, если честно, если уже так глобально разговаривать, то когда-то я была замужем, и у нас было с мужем свое СТО, и я там отработала полноценный год автослесарем наравне со всеми остальными. Я купаться не хотел. Реально? Да, ребят, я брала... И что ты делала? То есть, мы меня и стойки меняла, и пружины меняла, и тормозные колодки меняла, и, ну, масла, фильтра, это вообще ерунда, там ремни всякие, туда-сюда, как бы. В принципе, практически всем, ну, на подхвате была вообще во всем. Единственное, что, конечно, там моторы нет. Моторы я не лезу. А, кстати, залезть в бензобак Е39 под задним сиденьем, потому что клемма отсоединилась, и присоединить ее, это подожди, аккумулятор сзади стоит, да? Или спереди? Я не обратил внимания. Ну, я знаю, на многих BMW там сзади аккумулятор стоит. А в чем проблема бака, ты говоришь? Нет, а здесь конкретно, ну, да. Я вообще про Е39 говорила. Извините, да, все. Да-да-да. Здесь конкретно проблема бака, что он не совсем стандартной формы, он выгнут под сиденье. И получается здесь... То есть, если ты куда-то въехал, не дай бог он взорвался, чтобы наверняка уже, короче. Да, к сожалению. Поэтому здесь погружной, да, датчик. И есть постоянно с этим проблемы. Постоянно. Постоянно. Я просто знаю, допустим, сколько я залила бензина, да, и сколько я на нем могу отъездить. А так, в принципе... К сожалению, нужно следить за этим, потому что датчик постоянно прыгает. То есть я знаю, что у меня полный бак, а он мне показывает лампочку. Но это на всех проблема, да? На всех, это вообще, в принципе, проблема BMW этих годов. Потому что у меня было Е39 98 года. Та же самая проблема была, на самом деле. Хотя там совсем другой бак, но именно с датчиком были проблемы. Итак, ребята, касательно автомобиля, как обычно, заключение. Автомобиль дорогой в обслуживании. На самом деле стоит, опять же, такие живой экземпляр на сегодняшний день достаточно немалых денег. Мое мнение, за эти деньги тем людям, которые, ну, планируют касательно вот брать Z3, ребята, берите и не думайте. Почему? Основа этой машины, она дарит вам эмоции, которые вы получите, ну, сомневаюсь, что как бы, это BMW, да, японцы там все, но это, ребята, это реально машина, которая подарит вам полный комплект эмоций, начиная кайф от комфорта, кайф от скорости, от динамики, от управления, от всего. Поэтому, ну, может, ты хочешь что-то добавить? Нет, я могу только подтвердить твои слова, это действительно, я просто вспоминаю свои эмоции, когда я ее купила. Ты в центре внимания всегда. Я тогда, знаешь, это... Нет, знаешь, как бы кубик тоже привлекает очень много внимания. Очень много. Но здесь это были такие смешанные эмоции, очень смешанные. Но когда я решила, что я ее оставлю, мы с ней очень близко подружились. И она моя любимая малышка, я ее так называю. Она действительно моя любимая девочка. Я ее берегу, я за ней ухаживаю. И она меня не подводит. Да, кстати, она девочка. Она девочка, реально. Она девочка, я ее очень берегу, люблю. И я не жалею никогда на нее денег потратить, потому что она меня возит безопасно. Она всегда готова мне помочь во всех моих вопросах. Поэтому, ребят, конечно, стоит задуматься о том, потянете ли вы такую машину. Сразу говорю, что если... Вы студент, и вы хотите взять подобный экземпляр. На последний. Ребята, не берите.
не берите, останетесь без трусов, или вы просто... И без машины при этом. Да, или вы просто-напросто загубите ее. На данный момент Z3 ее уже можно считать классикой. Поэтому да, все-таки эта машина уже для тех, кто понимает, для чего она нужна и для чего они ее берут. Полностью поддерживаю. Это была BMW Z3. Кликаем вот сюда. И что делаем? Подписываемся. Да, на наш канал Автосейл ТВ. Ребята, огромное вам спасибо за просмотр. Еще раз говорю, работаем для вас, только исключительно. Всем пока. До следующих встреч. Oh.